Что говорит? Нападает немного. Ну, немного так это. Ну, американцы там, да что там все эти. Они все это затевают. Разные будут. Наверное, так. Западные. Не другие наши. Россия никому не нравится, что? Россияның бәлсізігі не? Бір кімде бір нәрседе ялмай. Біздің елдің башында кішілер отыра. Дүнияны тартып бара тұрған. Дүнияның ортасынан бара тұрған. Халық бик бір кебен кете біздің үкіметке ярата. Шаны біздің власына ярата халық не ере. Шаны неше. Бәрібір ташламай деп ойлайлар. Ташламас біздің дилер. Аштан өтірмеячек дилер. 7-8 мың болса да. Несие болса. Ну, ту политику, которую внутреннюю это Путин проводит, это вообще это маразм какой-то. Я считаю, что это может привести это к краху. Запросто. Я считаю, благодаря тому, что значительно крепли наши вооруженные силы, практически нашей независимости ничего не грозит. Раньше грозил Запад, в частности Америка. Хотели дотянуться до России, руки оказались коротки. Вот. Сейчас сидят и дрожат, не знают, куда деваться от нашего оружия. В какой-то степени это, ну, минус нашей внутренней политики, то, что очень многие слои населения, особенно престарелые люди, живут плохо, прямо скажем. Да, конечно, вот я военный в запасе, в отставке, да, у меня более-менее нормальная пенсия, я живу нормально, не жалуюсь. Вот. А есть люди, значит, которым, скажем так, за 60, которые получают пенсию, ну, как моя жена, скажем, она получает пенсию 8 тысяч, там, с небольшими копейками, да? Ну что, это пенсия, что ли? Вот не было бы меня, что бы она делала с этими 8 тысячами? Что грозит независимости России, независимости, видимо, да вообще войны? Нет? Если бы наша армия была, то бы наша Европа, Илләр һәм Америка инде яулап алыр иде.